Два игрока у G находятся, точнее, да, у G на Б-пленте и... Знаешь, вот такая позиционка у защиты на этой карте, вот если говорить про плент, то там всегда сложно, особенно в пистолетном. Особенно в меньшинстве. Ну и Некса последний, естественно, он понимает, как стоит бомба, понимает примерные позиции, знает о том, что один вышел со штанов, идет проверять его, но не до конца, находит плент. Проверил. Ящик. Некса. Реакция. Это хедшот. Один на один. BlameF. Будет обходить с КТ, но... Нет дефьюз китов. Нет дефьюз китов. Это проблема. Да, есть флешка в руках и... Некса ждет. И все. За стенкой остался игрок атаки. Начинается. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто жесть. Захлебина ликует. Новоиспеченному капитану выдает респект и уважуху. На последней секунде. Я бы даже сказал доли секунды. Бомба обезврежена. Ситуация 1 в 3. Некса брависсимо. Просто царская пистолетка от Некса.